века назад, вот так как вам, звезда явилась во хлам. Как знак небесный, скоро всем прибыть в далекий Вифлеем. Где в яслях овечек родился спаситель душских человечек. Рождество Христово как лейтмотив для городского фестиваля «Батлейка». А потому шкафы-домики с красочными куклами внутри, интересными сюжетами на библейские мотивы, сопровождаемые знакомыми мелодиями, все это не могло оставить безучастными большое количество актеров и зрителей, которых собралось очень много. Городской фестиваль «Батлейка», театр «Батлейка», можно сказать, что стал традиционным. В четвертый раз мы его проводим, начиная с 2015 года. В этом году у нас 7 батлеечных спектаклей. Очень приятно, что практически все 7 театров имеют театр-скрыньку. В городском фестивале театров «Батлейка» приняли активное участие дети из школ, гимназий, а также из детских садов областного центра. Некоторые из них выступали впервые, а для других такие мероприятия уже давно стали традицией. Выступаем мы ежегодно. Да, еще даже когда не было фестиваля, мы участвовали в театральном фестивале и тоже показывали «Батлейку». Выступаем уже 4-й раз. Именно на этом фестивале показываем свои выступления деткам в школе, родителям, в воскресной школе, с Музеем спасенных ценностей сотрудничаем. Библейские истории, которые знакомы всем с детства, в интерпретации маленьких актеров, участников городского фестиваля «Батлейки», представлялись в другом виде. Кто-то переделывал их на современный лад, а кто-то создавал что-то совершенно новое. Но главное, что каждая история учила добру и милосердию. Это такая сценка, которая показывает, чему можно учиться. Ну, у каждой сценки есть поучение, и мы показывали отрывок из жития святителя Николая. В букле проработана каждая деталь, это все вручную было сделано, то есть лицо все разрисовано вручную, одежду тоже делали сами, то есть нигде не покупали. Благодаря хорошо подготовленным рождественским представлениям, каждый зритель стал соучастником тех событий, которые происходили на сцене. А атмосфера светлого праздника Рождества Христова наполнила душу участников и зрителей теплом, добром и милосердием. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.